В Сирии нашли следы применения химического оружия. Речь идет о заррине или подобному ему ядовитому газу. Об этом говорится в ежегодном докладе Организации по запрещению химоружия. Специалисты изучили 11 предполагаемых случаев атак с отравляющими веществами, и в одном из них в крови погибших был обнаружен заррин. Это отравляющее вещество применялось еще во время Второй мировой войны и было запрещено Конвенцией ООН в 1993 году. Расследование продолжается. Новый доклад обсудят сегодня на закрытом заседании Совета безопасности ООН. Thank you.